Эй! Ну что, привет, дорогие друзья! Настала весна, расцвели первоцветы, прилетели птички-синички, а у нас в Эко-парке выборы любимчика Эко-парка, поэтому погнали! Сегодня очень важный день. Во-первых, сегодня выборы самого главного любимчика Эко-парка. Во-вторых, буквально завтра будет 1 апреля. А всем известно, что 1 апреля – это день юмора. И Фельдман Экопарк, как такая необычная локация, решили совместить несовместимое. Мы совместили целых два праздника. Сделали смешное мероприятие под названием «Все мы боры». Поэтому у нас сегодня самые, что ни на есть, смешные выборы любимчика Экопарка. За кого ты проголосовала? Рысь. Кого? Рысь. За пуму? Озика. А, ось, оцелот, ось. Жусь. За зебру? Да. Мы целенаправленно приехали проголосовать за сурикатов, которые всегда бодрые, веселые, забавные и самые милахи. У нас целых 10 кандидатов. Есть овечка, зебра, сурикат, енот, пума, шимпанзе, орангутан. Потом есть кева. И есть овечка Моль. Целых 10 кандидатов, у которых великолепная предвыборная кампания. Ну и, конечно же, каждый может удивить своих выборцев по-своему. Кто твой победитель? Оцелот Озик? За фламинго. За фламинго? Потому что я их очень сильно люблю, и они розовенькие. За вот этого тигра вот такого. За кого? Давай покажем. За вот этого, говорит, тигра. За вот этого. Потому что он красивый, и у него такие полоски, как прикольная, и кошка такая. Не буду брать у вас интервью, а просто спрошу, за кого вы проголосовали? За Малпы. За кого? За... У нас Малпы нема. Что вы тут врете? Шимпанзе Чита. Шимпанзе Чита. За кого ты будешь голосовать? Давай быстрее, время идет на секунды. Кто? Подходи ближе, указывай. Пума. Пума, замечательно, все, бери бюллетень, бери фломастер, ставь галочку. Сворачивай и клади. Ну, я бы, наверное, за орангутан. За орангутан. Да. Замечаю. Вы любите веселиться. Так, да, папа. Я люблю веселиться. Я на самом деле тоже за орангутан, но думал, что она за фламинго проголосует. Поэтому вы свой голос отдадите фламинго или что? Нет, я все равно за орангутан. Замечательно. Мне больше нравятся львы. Да, и тигры. А тигров нет. Поэтому, если были они, я бы голосовал за них. Но мы рассчитывали на такой средний поток людей. Это 1000 бюллетеней мы подготовили. В данный момент уже использовано больше трети. То есть буквально за сколько времени прошло? Буквально час выборов, а уже треть бюллетеней зашла. Поэтому я думаю, что явка будет 100%, и мы определимся наконец-то с тем, кто у нас самый красивый, самый любимый, самый ми-ми-ми-ми-ми Экопарка. А вы идете на выборы? И делаю так. Идем все на выборы. Молодец! Давай пятерочку. А ты идешь на выборы? Да, вы догадываетесь, интересно, кто же? Это кандидат под номером 3, Оцелот Озик. Ваши аплодисменты. Это ваш любимец, дорогие друзья.